Всем привет! Сварщик с Кубани представляет. По просьбам подписчика будем варить потолочный шов без отрыва рутиловыми электродами. Вот такими. 3 миллиметра. Скажу вам так, мне, по-моему, легче варить без отрыва потолок рутилом, чем с отрывом. Не знаю почему, но мне, по-моему, так легче. В чем заключается весь прикол? Почему рутилом сложно варить потолок, да, без отрыва? Потому что у него большая текучесть. Большая. Не успеешь оглянуться, как капля уже капнет на землю. Для этого нужно убавить ток. Всего лишь просто взять и убавить ток. И обязательно варить на короткой дуге. Все-таки я смотрю, вы хотите себе пятый разряд, да? Ну ладно. Короткая дуга... Углом на себя варим. Ампер, я думаю, где-то 65 надо ставить. И все будет классно. Итак, поехали. Так, наша всеми любимая пластина. Зашлифовал ржавчину. Сделал полосочку. Вот такими электродами буду варить. Стандарт рутилоцеллюлозное покрытие. Вот, опять же, под вот таким вот углом, чтоб видно было. Вот такой вот угол будет. Ну, это в потолке. Все, варим. Немножечко размазываем, немножечко, не сильно. Практически не отрывая электрод. То есть электрод у нас находится на короткой дуге. Понятно, да? Ну все, поехали. Так, 60 ампер. Ну, чтобы быть точным, 59. Так, пластину мы поставили в потолочное положение. А где он там у нас? Вот видите, где я зачищал, да? Вот она. Все, варим потолочный шов без отрыва рутиловыми электродами. 3 миллиметра. Держи. Вот этими, монолит, короче. Без отрыва. Это сложно, но можно.
ждал меня. Ждал, не дождался, пока электрод закончится. Потому что уже рука устала, короче, висеть вот так на весу варишь, когда. Вот, надо всегда вот или придерживать чем-то руку, короче, или... Ну, ребят, ну тут вообще красота. Еще лучше, наверное, чем рутило. Ой, этим оньками. Сейчас покажу. Дай. Вот такой шов. А, сейчас, секунду. Найду, чем его. Вот такой шовчик. Видно, да? Смотрите, он уже сам отпал полностью, видите? Даже не надо ее снимать. Отпал, вот он. Шлак от нее. Прям куском целым отпал. Вот вам потолок, короче. Вот такой вот потолок рутиловыми электродами. Я думал... Если честно, я думал, для вас сложно варить уони электродами. А вы видите, какие швы еще лучше получаются потолочные с рутиловым покрытием. Главное, короче, короткая дуга и угол наклона. Амперы вы видели, 60 ампер на 3 миллиметра. Учитесь и получайте 5-й разряд. Конец видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.